Мы уедем, а память останется. В Сургуте вчерашние школьники высадили в одном из скверов города 15 сибирских яблонь. Мероприятие проходило в рамках окружной экоакции «Аллея выпускников». В озеленении приняли участие более 30 подростков. Все они являются призерами и победителями различных олимпиад и конкурсов, а также участники таких проектов, как «Три ратных поля России в Сургуте», «Профессионалы будущего», «Резерв», «Юный доброволец» и обладатели золотого значка ГТО. Традиция высаживать деревья длится уже 2 десятилетия. За это время выпускники высадили более 1500 деревьев. И лишь в прошлом году из-за пандемии дети не участвовали в акции. Очень радостно, что мы оставляем какой-то след. Скоро ведь многие из нас уедут в другие города, а тут дерево растет, которое мы сами посадили. Я заняла первое место в прошлом году в трех ратных полях.